И снова здравствуйте. Я хочу сейчас посадить вот эту прекрасную детку, вот такую кучкообразную, которая имеет непонятные отростки. Видимо, это, ну как, можно предположить, что это цветоносы. Как его показать? Он, вот он, вот такая палочка. Их тут два. Вот. И имеет вот такие корешки хорошие, достаточно хорошие корешки. Их тут раз, два, три, четыре, пять. Вот, она стояла, эта детка, вот в этом бокальчике, да, в открытой системе с водичкой на дне. И вот этот корешок опускался. Вот он начал чернеть, ему вода не понравилась. Поэтому, чтобы не мучить растюшку, я думаю посадить ее в закрытую систему, в мелкую кору. Для этого потребуется, что потребуется? Керамзит в качестве дренажного слоя. Вот у меня есть такой вот керамзитик. Обязательно в закрытую систему. Ну вот, в принципе, достаточно. Опускаю растеньице. Аккуратно, вот у него корешки тут в разные стороны. Так, здесь надпись, чтобы было видно, вот этой стороной поверну. И засыпаю мелкой корой с примесью цеолита. Вот эти светленькие камушки глиняные, это цеолит. Он помогает регулировать влагу в горшочке. Вот есть даже такой большой камушек цеолита. Засыпаю потихонечку. Так вот, что попадает тут на листики. Аккуратно распределяю. Постараюсь посадить так, чтобы шейка не была в грунте. Ну, чтобы лишний раз не было повода, ой, к загниванию. Вот тут кокосовый чипс попался один. Корешок видно, это хорошо. Здесь тоже корешочки около бортика будут находиться. Это поможет отслеживать состояние орхидеи, динамику роста корней. Еще чуть-чуть, абсолютно вот чуть-чуть нужно добавить. Ну вот я смотрю, чтобы грунт к шейке не прикасался. Убираю листики из грунта, потому что они тут очень так своеобразно развернуты. Ну вот он, шейка, срез сам находится над поверхностью грунта, а корешочки уходят туда поглубже. Оставляю в таком состоянии. На том же месте, где она стояла, но только единственное, сейчас прям вот немного увлажню, потому что кора была сухая, корешочки тоже были сухие. Вот так вот опускается на дно водичка. Вот так меняют цвет гранулы цеолита. Вот они. Светленькие, сухие и темненькие, вот красноватые, которые водичку почувствовали, впитали водичку, они красноватые. Сейчас по керамзиту и по мелкой коре потихонечку влага поднимется, и как раз пару-тройку дней этого будет достаточно до следующего полива. Очень красиво смотрится раскуклившийся корешочек. Надеюсь, что они не закуклятся и будут расти дальше. Вот такая детка 22-й клёпы. Должен быть дикий белый.